Приветствую вас, и ситуация, которую вы описали, она не банальна. Она не типична. Она, как правильно сказал Владимир, она индивидуальна для каждого человека. И то, что вы считаете, что ваше письмо является однотипным, это неправильно. Корень проблемы, которая есть у вас, это то, что вы принижаете себя. Это то, что вы занижаете ценность своей личности, ценность своей индивидуальности и своей уникальности. Понимаете, покладистый характер, который вы описали в начале, это хорошо. Но хорошо лишь до тех пор, пока не вредит вам, конкретно вам не вредит. То, что вы описываете, к сожалению, наносит вред. И вред наносит не только вам, но и, что страшнее, дочке тоже. Потому что каждый скандал, который происходит у вас, отражается на ее психике, на ее здоровье психическом и на здоровье физическом, соответственно, тоже. Отсюда обычно у людей появляются неврозы, страхи и так далее, тревожность и так далее. И первое, о чем мне бы хотелось вам сказать, это то, что вот для своей дочери вы желали бы такой жизни, какая у вас есть сейчас? Ответьте себе на этот вопрос. Спросите себя, почему дочь терпит все ваши скандалы. Заметьте, речь сейчас идет не о вас, а о вашем ребенке. Далее, однозначно можно сказать так. Терпеть подобное поведение мужчины можно лишь в том случае, если есть шанс, что он изменится. Но поскольку его поведение достаточно однозначно, то, соответственно, говорить о том, что человек как-то поменяет свое поведение, нельзя. Даже в примирении с вами он говорит о том, что вы виноваты в данном. То есть даже в примирении, по сути, он возлагает ответственность на вас. И такого мужчину вам не перенабрать в нужное русло. И что вам нужно сделать? Вы очень тонко написали в конце своего письма, что вам не хватает воли, чтобы уйти. Воля – это действительно довольно эфемерная категория, неявная, но, тем не менее, очень важная. И чтобы принять волевое решение, нужно в обязательном порядке несколько необходимых условий. Первое условие – это внимание. То есть концентрирование фокуса вашего внимания на определенных обстоятельствах вашей жизни. Первое, это, конечно же, жадность мужчины. По сути, материализованность ваших отношений, то есть постановка денег в главу угла, расчетливость. Надеюсь, вы понимаете, что перечисленные
критерии полностью исключают отношения с их чувственной стороны. Возникает вопрос, если нету чувств, а при таком подходе можно сказать, что чувств нет, по крайней мере, у него к вам. Делает ли вас это счастливым отношением? Думаю, нет. Потому что вы не можете почувствовать себя женщиной, вы не можете почувствовать себя полноценной. И, соответственно, откуда здесь взяться счастье? Этот момент нельзя упускать из виду. То есть его необходимо держать в сознании. Нельзя забывать. Второй момент. Это насилие. Вы пишете, что мужчина не может, прошу прощения, может ударить вас и даже замахивается при матери. Мужчина, который свою женщину ударил, не уважает себя сам, не уважает ее и не является мужчиной. Потому что ни один уважающий мужчина не ударит женщину. То есть слабее себя. Не просто слабее себя, а самого близкого человека. Не просто самого близкого человека, а мать своего ребенка. Как можно, любя ребенка, ударить мать ребенка? А как можно, любя, ударить мать ребенка, если ты любишь самого ребенка? Согласитесь, ответьте на эти вопросы достаточно однозначно. И что мы имеем? Что мы имеем в сухом остатке? В сухом остатке мы имеем мужчину, тирана, то есть в душе слабого и неуверенного в себе, но успешного в деловом поприще, который ничего не чувствует к вам и думает только о себе. Такому мужчине вы нужны для статуса, для его цели, для его желаний. Вот он ведет бизнес, он бизнесмен. Хорошо. Что нужно бизнесмену? Имидж, статус, положение. Без семьи этот статус и положение не будет полным. Он этого добивается. И не случайно. Ведь понятно, что бизнесом не может заниматься глупый человек. Не случайно мужчина выбрал вас. Покладистым характером. Потому что покладистый характер именно то, что нужно тирану. Тирану нужна жертва. Тирану нужны подчиненные. Именно вас, поэтому он и выбрал. И на самом-то деле он будет за вас держаться. Мужчина. Потому что понимает, что мало кто будет терпеть такое отношение. И если терпите вы, это не значит, что будет терпеть другая женщина. И этот момент и слабость его как мужчины, и неуверенность внутренняя в себе как мужчины, и неуважение к вам, неуважение к себе самому, страх мужчины. Вот все это нужно держать сознание. Все это вместе соединили, и что получилось? Вот элементы, да? Элементы вместе соединили в одно. И получилось что? Получился один элемент. Недостойный мужчина. Вот просто одним словом, если назвать, недостойный мужчина. Недостойный мужчина, плохой мужчина, там, не удовлетворяющий ваши потребности, как угодно называйте. Мужчина недостойный, получается. Вот этот элемент, недостойный мужчина, да, мы закрепляем в сознании. Просто закрепляем его. То есть мы об этом думаем постоянно. Мы не пытаемся переоправдать, мы не пытаемся найти хорошие стороны и так далее. Недостойный мужчина. Дальше, о чем нужно сказать.
Как относитесь к себе вы сам? Что вы о себе думаете, чего вы для себя хотите, чего вы желаете? Почему вы считаете, что вы достойны жить и достойны мужчины? Почему вы считаете, что то, что происходит с вами сейчас, это то, чего вы заслуживаете? И если вы считаете, что этого вы не заслуживаете, но все равно продолжаете терпеть, значит, есть проблемы с самооценкой. Проблемы с самоуважением, с гордостью, с самолюбием. И все это нужно восстанавливать. Восстанавливать до определенного предела, чтобы вы почувствовали, что относиться к вам мужчина так права не имеет. Вы не рабыня, вы не служанка, вы не подчиненная, вы равноправный партнер, женщина. Для того, чтобы повышать самооценку, нужна реализация в других сферах. Нужна постановка задач, выполнение их, соответственно. И успех даст вам ощущение, что вы достойны. Далее нужно сказать так. После того, как вы чего-то добьетесь и повысите свою самооценку, чувство к мужчине, все морально, что вас связывает, нужно разделить на две части. Это ваши потребности и, собственно, чувства. Потребности заключаются в том, что вы с мужчиной ради чего-то. Вы это написали. Ради того, чтобы обеспечить дочь, ради достойного существования и так далее. Ради этого, как вы понимаете, все терпит. Это все. Ну, логично предположить, что если вы этого добьетесь, давайте пока представим подобное воображение. Вот вы всего этого добиваетесь. Мужчина вам еще нужен? Если финансовая сторона вопроса решена. Так вам будет легче понять, что вас удерживает. Отделить все потребности, которые вы вкладываете в чувства к мужчине, опредметить их в обход мужчины и начать удовлетворять, прямой путь к тому, чтобы лучше понять, что вы чувствуете к человеку. После этого, после того, как вы отделите, останется либо какие-то чувства, какая-то эмпатия, привязанность может быть, либо ничего. И кто-то мне подсказывает, что ваша ситуация это ничего наиболее вероятно. Ну и тогда спросите себя, если в сухом остатке ничего, то зачем терпеть? Работу вы так или иначе найдете. Другого мужчину приедете, твой привлекательный, умная девочка, образование получает, и все. И вопрос, зачем вам такой мужчина рядом? А дальше, когда вы все вот это вот для себя видите, вот это у нас внимание. То есть мы работаем сейчас с вниманием, с фокусом. Элементы получили. Теперь думаем о мотивах. Мотив это здоровье ребенка в первую очередь. Ваше счастье. Счастье ваших родителей. Полная реализация себя. Во всех сферах. Мотивов, если вам недостаточно этих мотивов, то нужно искать еще мотив. Какие-нибудь со стороны. Но по мне, этих мотивов вполне достаточно. Ну а дальше? Дальше просто прорабатываем план, конкретный план, как уходим от мужчины. И просто придерживаемся этого плана, и все. Ставим задачу. Ставим цель, разбиваем цель на задачу и выполняем задачу последовательно. Так вы обретете свободу, когда начнете делать что-то самостоятельно для себя и ребенка. Ну и дальше, что можно сказать? По поводу угрозы мужчины забрать вашего ребенка. Видите ли? Это решается в суде.
Так вот, суд вынося решение о том, с кем оставят ребенка, всегда решает вопрос в пользу, в первую очередь, оставления с матерью, потому что с матерью связь ближе. Если мама может обеспечить ребенку достойное существование, то 100% ребенок останется с ней. Если мама любит ребенка, хорошо к нему относится, 100% ребенок останется с ней. А если ребенок сам может сформировать мысль, то тут исходит из его желания и желания ребенка. Поэтому ничего вам при грамотном подходе и некоторой подготовке не грозит. Вы только соберите воедино все свои желания, потребности, цели и идите к ним. Вы только поймите, что мужчина, он опора для женщин, а не подавляющий фактор. И чтобы, чем бы вы ни оправдывали свое поведение, оно неприемлемо, потому что ничего хорошего, кроме ненависти, негатива, боли, страданий, вам не принесет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен.